Всем доброе утро. Я и лук добавляла туда. Так, как наше заливное? Заливное. Так. Вот так. Так, здесь тоже у нас... А, и вот еще в контейнерах я сделала. Не знаю, Аня с собой возьмет. Нас взял, покушал. Так. Ухо осталось. Сегодня буду этот с него делать. Хе. Вчера уже поздно было. Пока с напарницей поговорили, пока туда-сюда. Девочки, мальчики, привет. Сегодня меня на Обнорского 7,6 занесло. 600 рублей за голограмму оплатила. Это Кузнецкий район. Так, мне надо сейчас перейти в дорогу. Такая развилка, блин. Вот, кстати, здесь Аня училась. Тогда диплом, если бы получали. Сейчас только автобус, блин, пятерка ушел. Надо ждать другой. Это девчонки уже остатки пиццы. Ну так, с семьей. Сидим, общаемся. Конечно, они поздравили с первой зарплаты. Там вот, ну там, тортик небольшой покупали. Они с Пашкой просто, как сказать, чай пили, кофе. А я пришла с обучения. И вот мне тоже там кусочек оставили. Вот. Вот такие дела. А всем понравилось мое заливное вкусное. Я еще Пашке говорю, горчички тоже купим. Так, что, давай вкус этот. Угу. Я тоже, да, буду, конечно. Ну. Так, девчонки, тут у меня, я почитала Дзен. Там столько доводов, да, типа она не весь кредит выплатила, туды-сюды. Девчонки, я весь кредит выплатила. Вот у меня даже эта справка за 18-й год. Так, читайте. Постановление судебного пристава исполнителя об окончании исполнительного производства. Так, далее. Дальше. Вот здесь тоже написано. В ходе исполнения данного исполнительного производства установлено, что требования исполнительного документа выполнены в полном объеме. И здесь все перечисление, что они мне высчитывали. И на обратном, что здесь все у меня выплачено. Я ничего не должна. И справку они мне дали тоже, что в банке у меня там по нулям. Я уже показывала в видео. Если бы что-то я не выплатила, они бы мне присылали бы, что вот у вас там как что-нибудь бы они там, какие-нибудь проценты, я не знаю, что бы, что они там прилепили бы, какие-то проценты. Это получается с 18 года по 24 год они бы слали письма. Ничего больше не было. Если я вот это письмо получила по адресу, да, на почте, я его получила. До этого у меня ничего не было. Я всегда стараюсь получать письма. Тем более сейчас письма приходят на почту. Почту я всегда читаю. Я всегда забираю письма. Потому что мало ли что. Вот так вот. Вот справка, что я ничего не должна. Так, остаток денежных средств на данном счете по состоянию на 20 ноября 2024 года составлял 000. Дата открытия счета 15 июля 2017 года и дата закрытия счета
05 11 24. Все, я погасила долг, все документы есть, и все. Я считаю, это мошенничество со стороны банка, что передавать там третьим лицам, когда уже долг погашен давным-давно, причем уже все сроки давности даже. У меня все погашено. Я говорю, когда я погасила, я прихожу в банк, они: нет, мы не даем справок. Я говорю, ну, у меня справка, что я все закрыла. А вдруг мы еще посчитаем проценты. То есть я и так выплатила. Там как суд присудил с небольшим процентом. Значит, они ничего, никакие проценты не начисляли, ничего мне не присылали. А потом решили передать вот третьим лицам по истечению столько лет. Все документы на руках, так что я ничего не должна. И вот когда она мне отказала, еще там стояла, сидела и хидничала, мне, в принципе, надо было идти на пролом. Я что-то тоже, вот знаете, какой-то раз и стопор. Как это на мне? Все банки дают справки, да, об окончании, а это, типа, я не дам. И мне такой стопор, надо было идти куда-то к старшим. И настаивать на этом. А это какая-то сидела, хотела сказать, в проходе. Вот. Ну, я как-то, знаешь, зашла и обратилась к ней. Нет, не дадим. А вдруг мы еще посчитаем проценты. Это знаете, кто еще такое делает фигню? Совкомбанк. Он еще такую делает ерунду тоже. То есть человек выплатил, это я знаю уже ни одного лица, выплатил. И потом он еще, там даже если какая-то копеечка остается, а может даже еще не остается, и они раз еще какие-то проценты в течение 3 лет, то есть срок давности не истек, в течение 3 лет еще, короче, какую-то фигню им проценты накручивают. И вот таким способом они живут, можно сказать, нечестно. Ладно. А, ну вот, и потом я пошла к приставу. То ли в этот день, то ли на следующий день. А, ну приставы же, они у нас вторник, четверг. К приставу она, да, все, ничего не должны. Вот она мне справку с печатями, все она мне выдала. Слава Богу. Слава Богу, все. Так что я считаю, правда на моей стороне. И если будет суд, ну, мне надо дозвониться туда. Даже если скажут какие-то документы прислать, я им пришлю. Да сейчас, в принципе, можно по почте, он сфотографировал или я отксерокопировал, и, пожалуйста, им отослать. Пусть проверяют. Я считаю, это наобум. Наобум. Повезет им, повезет, не повезет, не повезет. Короче, такая руда. Ладно, сейчас я уберу. Хорошо, я все храню. Вот все документы я храню, девочки. Вот даже столько лет прошло, я тут как-то перебирала документы. Ну, что-то там выкинуть, которое уже просто оно не имеет значения, там вообще не по банку, левое-левое. И такая раз, нет, девочки. Даже 10 лет еще не прошло, я буду хранить это, серьезно. И получается, сколько я? 6 лет? 6 лет. Даже больше, потому что сейчас конец года, а я выплатила в феврале 2018 года. Я такая, я никогда эти документы не выкину. Даже вот русский стандарт выплачу, когда я вообще, мне кажется, до старости, до своей кончины буду хранить эти документы, что я ничего не должна, потому что тут тоже банк, знаете, за ними ухо востро. Заливное. Вот такой у меня получился. Ты кусочек. Что-то я устала сегодня. Туда-сюда, блин. Еще и на работу с утра съездил. Там надо было. Потом вот в Кузнецк.
забрать вот эту, выкупить. Вот это поняли, да? Наклейка. Забыл, как она называется, даже не хочу вспоминать. Наконец-то съездила, все забрала. 600 рублей. В том году девчонки делали, 500 рублей было. Ой. Но я в следующий раз буду знать, спасибо моим подписчикам, когда проходить тест, там написали, да, номер договора писать, тогда должно типа бесплатно быть. Посмотрим. Обучение у нас было с возражением, ну, то есть, какие-то неприятные ситуации в магазине, особенно у кассиров и все такое. Директор-администратор был, ну, я была, и все так, получается, 3 ГМ, гипермаркеты, ну, семейные, все тоже присутствовали, то есть, также администраторы где-то двое, даже с администраторов, 2 старших кассира и директор. Приятно, конечно, было познакомиться. Даже с Осинников приехал администратор и директор. Очень женщины такие веселые, позитивные. Интересно. У нас обучение длилось где-то 4 часа. Что улучшить в магазине, ну, я имею в виду, ну, какие-то проблемы там, все такое, ну, как мы смотрим на этот взгляд, как решить эти проблемы, как очереди, ценники, ну, короче, там все такое, знаете, каждый свои примеры приводил, какие-то мышления. Ну, в принципе, ничего такого нового я для себя не услышала. Как обойти там иные ситуации. Ну, просто так развеяться, интересно. Еще сказали, будет продолжение обучения после Нового года. Я такая, офигеть, если по столько же часов. Получается, в свой выходной ты тратишь, блин. Ну, такой себе. Вкусно. Сегодня, кстати, у нас уже понижение температуры, минус 11. Я на остановке в Кузнецке простояла, чуть-чуть подзамерзла. Мне надо уже зимние ботинки доставать. Хотя я в таких еще демисезонних. Да, кстати, по поводу еще банка. Если бы у меня был бы вот этот, на мне долг висел от этого банка, МДМа, да? Ну как, в МДМе же я брала. По истечению уже открытия называется банк. По истечению срока. У меня этот бы долг висел бы на сайте приставов. У меня только висит... русский стандарт, который в данный момент я плачу. Но я вам уже говорила 150 раз, мне остался вот этот последний год выплатить, и все. И он у меня уже уменьшается. И так, знаете, душу греет, что он уже меньше, меньше, меньше. Так что я говорю, это как какая-то фигня, лажа. Просто наобум. Ай, дай-ка мы... прилепим, что будет, то будет. И причем письмо-то несут, а именно то, что они передали вот этим третьим лицам.
И они, во-первых, у меня вот этот островок разговор, это не полностью я выложила в YouTube. Я его, скорее всего, в Telegram брошу. Я вам ссылку скину, я группу создам. Ну, чтобы быстрее как-то общаться, там, я не знаю, мне кажется, будет интереснее. У меня записан полностью разговор. Ну, там где-то 11 или 12 минут. Ой, мы, говорит, первый раз вообще с таким столкнулись, нифига себе. Если бы я была бы в должниках, они мне давно бы уже письмами закидали, судами и все прочее. Ой, так хорошо. Ой, дома тепло, хорошо. Я, кстати, на кухне так и не отключала батареи. Я у Ани в спальне включала батареи. Она такая, ой, потом жарко, типа, я, короче, обратно выключила, только стояки теплые. Да и эти растения начинают сохнуть. А, такие дела. Но я не поздравили с первой зарплатой. Она уже, короче, заказала себе на Озоне. Ну, потом, кстати, покажем, кому интересно будет компьютер. Но он, вот у меня в спальне компьютер, он идет моноблок. У меня, правда, экран такой побольше. Она поменьше заказала, как тоже моноблок, но что-то так дешево стоит, типа такая скидка. Что, короче, около 7 тысяч. Не знаю. Я говорю, Аня, надо проверять. Ты сейчас пока деньги не плати, а при получении проверим, чтобы экран там не вдавлен, не покорябан был, чтобы он включался без полос и все такое. Вот. На месте проверить. Но он только, ну, без клавиатуры, это там, она еще отдельно клавиатуру заказала, только клавиатуру он на Валбересе заказала. Мышка у нас есть новая. Вот. Короче, около 7 тысяч, и типа официальный Xiaomi, там галочка, все, короче, типа оригинал. Ну, посмотрим, короче, что за китайская туфта приедет. Я посмотрю, знаете, может, я себе тоже потом закажу это новый, только мне побольше надо экран. Вот у меня уже старенький он моноблок, но мне нравится, что нету внизу вот этой бандуры, короче. Мне не для игр. Я чисто для монтажа, каких-то просмотров видосов, ну, вот такой вот, для какой-то информации, не более. А со следующей второй половины, получается, это у нее сейчас аванс, как вот первый аванс. Следующий идет как зарплата у них пятого. Ну, то есть вторая часть у нее получается. Она хочет планшет. Вот, чтобы у нее был еще планшет. Вот так вот. Такая радостная, все, блин, такая... Деловая уже. Ой, такие дела. Че, блин, уже на работу выхожу. Сейчас начнется новогодняя суета. Это что-то с чем-то. У нас еще вот продавцы утро устраиваются. Тут кассир, по-моему, должна девочка. Кстати, пятница, завтра она придет с документами. Она с аутстафом работала. Ну, как-то неофициальной фирмы. Сейчас будет официально устраиваться. Уже радует. Кофейку с молоком попить, что ли? Там еще вот эти... Ну, сегодня обучение было. Сначала все весело, там ты уже столько, блин, по времени сидишь, это все слушаешь. Когда такой спокойный, знаете, монотонный тон, там что-то рассказывают. То когда все говорят, то нормально. А монотонный сон, я такая, блин, уже засыпать, уже глаза всяко разные.
пялить, чтобы не уснуть. Рано встала же. Такие дела. Не знаю, за это что с тобой брать. Что с тобой брать? Немного холодца. В принципе, я могу бутерброды сделать. Ничего сегодня не готовила. Не знаю, пусть завтра Пашка, если хочет, пусть готовит. А что я парюсь? У меня перцы замороженные, есть фаршированные. Мои что-то не едят, а я с удовольствием могу, кстати, отварить. Ань, да. Тебе перец отварить это с собой на работу? Да. Я тоже на работу как-то возьму. Угу. Я еще как-то видела его, думаю, нифига себе, сколько прошло уже. Это с лета вроде или когда-то? Осень там делала. Не с лета, я осень. Я не помню. Ну, все. Главное не забыть. Время полоснуло. Ну, такие дела. Ладно, мои хорошие, на этом я заканчиваю. Сейчас пойду умываться, снимать макияж, голову помыть сегодня пораньше. Хочу спать. Хочу спать. Как, знаете, такая раз зимняя спячка уже. Все, спасибо за внимание. Спасибо, что со мной. Все, до завтра. Всем пока, мои хорошие. А группу создам, я скину этот. Либо ссылку и QR-код. На группу. Все, всем пока. Пока-пока, мои хорошие.